Боевик-смертник, предположительно имевший отношение к пакистанскому «Талибану», взорвал себя в толпе жителей района Баджаур на северо-западе страны. Около 40 человек погибли, еще 60 получили ранения. Акция смертника последовала за боями между правительственными силами и боевиками в этом граничащем с Афганистаном районе. По сообщению очевидцев, человек в традиционной мусульманской одежде бросил в толпу несколько ручных гранат, а затем привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство. Власти считают это терактом с целью запугать местных жителей, стоящих на стороне правительства.